Да, Димас, не знаю. Так, ну давайте на Алпике сыграем. Тут такой интересный. Я возьму рогов. Все-таки. Думаю, они слабые. Да, ну вот такой вот стал. И я хочу взять вот эту обилку. Мне она приглянулась, я так смотрел. Только три? Да ладно, Димас. Ну, то в другие флажки выбери. Там четыре флажка, если что. Вот, смотрите, какой интересный грейдик есть. Тут, конечно, крутой какой-то медив есть. Я не знаю, насколько он крут. Вот это, мне кажется, неплохо. Типа... Получше любой сверх, типа 7% атакрейта, еще и едок дамажащий. Биткоин, конечно, мы... Я не знаю, до 6 утра, может быть, если получится. Чё там, Димас, ты... Комментируй, что у тебя... А, наги, гидры с мультишотом, да? Да. Я знаю, что гидры с мультишотом. Ну, я-то реально хорош, мне кажется. Яд будет хорошим грейдом на разбойников. Там как бы есть четвертая, есть замена, не замена, а допы, которые четвертый вот такой грейд дают, пацаны. Вот этот грейд, он каждый юнит при убийстве зарабатывает артефакт. То есть у них слоты, вот смотрите, у юнитов слоты, как у героев. Типа первым они армор получают, и там, естественно, с левелом 2, 4, 6 армора, на четвертом левеле 8. И вторым артефактом собирается айтем на ХП. Третьим айтем на реген, четвертым на урон, а пятым на атак спид. Шестым я не видел, что там собирается, потому что у меня ни один воин 6 не убил в итоге. Так, что там у нас по... Угу. Я, конечно, прослоупочил немножко. Пацаны, не снесите меня, пожалуйста. Я, конечно, многого прошу, но хочется все-таки посмотреть, поинтереснее, поиграться. Disable, Димас, это как сон. Сон. Типа второй грейд заменили нагом, я заходил, смотрел. В целом, смотрите, тут какие юниты, это грейды в башнях. Вкусные криты на всех юнитов, то есть на двух милишных, на двух рейнджовых. Типа криты есть у них. О, кактус. Здорово, здорово. Ну, типа у нас тут уникальный контент, смотри. Версия Survival House, смотри, какая сверху справа написана, видишь? Теодор. Сурф 3.0 вышел. Какой сон, лол? Сон для слабых. О, что это? Тактикал это замена? Тактикал это замена, лол? Это тролли на черепахах, пацаны. Кайф. А что они делают? Что у них за обилка? Да, это замена Т2. Причем достаточно жесткая. У них рили до херища ХП. 7 армора. Очень неприятно. Теодор, не повезло.
тут у нас мультишотные гидры наконец-таки порабощают мид. Я на самом деле, в принципе, можно и вот это качать, типа 12 урона ядом с... Можно 12 урона ядом с самого начала игры, не имея Т2 главки, не имея грейдов башни делать. Это ж круто, на самом деле. Яд на милишников работает и на стрелков. Еще на мародеров каких-то. То есть, а, еще и на коней я действую. Очень круто. Ну, вот эти черепахи интересные, по крайней мере. У троллей не было раньше замены твоих юнитов, точно. Я уверен, тактикал что-то новое выбрал. Даркрат, ну давай не будем торопить события. Я не знаю, насколько у нас будет затяжной марафон по сурвайвалам, вот этим новым 3.0. Они, у них, походу, макрезист бешеный. Ой, кто-то там правый барак потерял. Это чё? Ливер? А чё у нас ливер? Кто-то вылетел, пацаны? Почему ливер-то? У нас... Биткоин. Да, вот эти кони. Не замена, если чё. Он сам вышел? Макс, ты сам вышел? Или тебя выкинуло? Просто версия рили. Может быть нестабильной, поэтому да, спрашиваем. Не, кроме сурва точно сейчас ничего не будет. У них, кстати, есть замена магов тоже, как маги у хуманов. Типа они старые такие были раньше. Маги у визардов, у этих урок. Так, а что это за крип? Лол, посмотрите, это два юнита у андеда. Это по походу классика, а пуджи, видимо, заменой стали. Ну, Димас, типа, я не настолько внимательный, как ты понимаешь, что тактикл меня собирается спушить, потому что у меня юниты слабые, у них минус 5% хп, минус 2 армора. Типа, скелет на неруби, лол. Ну, ладно бы там что-то было, но скелет на неруби. Такое, конечно, трэш. Ну, мне кажется, роги в целом слабоваты. Даже вот с ядом. Яд, кстати, да, действует на андедов. Я взял сферу, типа не сферу, типа сфера на 7% атака рейта дает и 6, 12, 18, 24 яда. Типа яд, я считаю, хорош будет. Я, в принципе, надо было брать медива, так как узнать, насколько он хорош, но тут в любом случае новый герой, которого мы вообще не видели, маг у рогов. Знаете, типа, эту, как она, инквизиторша Вайтмен у них. Воздушных юнитов. А я, кстати, хз. Мне кажется, нет. Да, мне кажется, воздушных юнитов они не бьют. Вряд ли. Не хватает золота. Не хватает золота. Я так понял, у них просто макрес, да? Чуть-чуть звука прибавим. Да, кактус, именно она. Ну тут такие же классические, как
Кстати, вот этот не так плохо на самом деле будет, потому что у них вышки 1000 RNG, если их качать за 200, неплохо будет. Я, кстати, с ядом передавливаю, на самом деле, хорошо достаточно. Ой, Димас, Димас, не лагай, я сейчас пойду туннели тебе. А, нет, все нормально. Пацаны, чекайте. О, Залашир новый на Джентус. Ну, я думаю, у него билки не сильно поменялись, да? Во, чекайте. А на саппорт, типа. А саппорт обычно неплохо себя, на самом деле, в миде показывает. Они хилят там. Они выживают достаточно хорошо. Даркрат, имей совесть. Рили. Имей совесть. Сурф 3-0 вышел, а ты со своим фуфа, который успеем еще поиграть. Вот, вот, вот это, вот этот мешочек, я же говорю, итема, юниты могут получать итемы за убийство. Он, конечно, дорого стоит, но не знаю. В лейте, мне кажется, это хорошая тема. Да, Влад, новый сурф 3-0. Масло, что? Я тебя докинул, если что. Думаешь, или ты уже что-то новое задонатил, блин. Масло, если ты задонатил, я тебя прибью. Нет, я тебе то начислил, масло. Если ты об этом, то, то я тебе начислил уже. Бля, ну, найс, рассинхрон, где там на Джентус? Печально. Исследование завершено. Вот, как, смотри, за то, что юнит убивает, он получает итем, там, последовательно, за первое убийство он получает итем на плюс армор, за второе на плюс хп, за третье плюс реген, за четвертое плюс урон, за пятое плюс так спит, и, естественно, тут первый левел, там, 2 армора, второй левел, 4 армора, третий левел, 6 армора дает, ну и так далее, там, с хп тоже больше увеличивается все остальное. Смысл? А, ну, в принципе, это возможно, но я не хочу сейчас пока изучать ульт. Т3 в мид. Димас поставил. Тут, кстати, прикольные модельки. Летающие лошади, пегасы, типа, забавно. Типа, кактус, там есть кольцо на реген. Типа, на третьем левеле плюс 3 регена юниты. Ну, при этом оно третьим выпадает при убийстве, не так круто. И она, кстати, неплохо тут держится против третьего барака. Посмотрите, саппорт-то. Держится против третьего барака пока что. Конечно, недолго будет держаться, мне кажется, но... Она хороша. На трех юнитов, Димас. Ну, плавник будет реально хорошим, походу, грейдом. У этих плюс 3 грейда на атаку. То есть на всех юнитов, кроме пушки, действует. Кроме баллист. У них, кстати, реально пушки такие забавные. Классические пушки прям. Как раньше были. Ну, кстати, Undead меня пушит. Undead скапливается и пушит меня. Исследование завершено. Да вот, смотри. Можно даже вот так сделать. Неплохая моделька. В смысле? С большой буквы ты не пишешься? В смысле, а андедов нет сумонов теперь? Лол. Чё за жесть? А чё им сделали тогда такое? Интересно. Ладно, Даркрата, давай, пока. Погиб
Риц, иди ты нахер. Серьезно, ты видишь, что мы играем сейчас? То скажи, ты видишь, что мы играем сейчас? Исследование завершено. Да, Никитос, это именно он. Там нагу нафидели, капец. Нереально. Я не знаю, что ульт, я не хочу сейчас деньги тратить, потому что меня сейчас могут спушить вот эти вот все черти. Там, кстати, какая-то аура теперь. А, это она так отображается, просто минус арморная аура. На билке хорошая, у нее урон, у нее хил, у нее еще урон, у нее баф на армор для юнитов. Ну блин, капец, там нага просто все сожрала андеда, слушай. Драконы базовые теперь, да? Димас, не убивай меня, пожалуйста. Хочется посмотреть побольше. Там я, кстати, видел нового спешла у рогов. Какой-то ящер новый. Но не посмотрел его обилки. Блин, Ариц, можете у меня, во-первых, скачать, во-вторых. Чтобы в него поиграть, нужно файлы закинуть, которые я в Discord закинул. В принципе, могу в Discord кинуть сам 3.0. Давайте после этой игры закину ссылочку. Да, это замена новая у троллей. Тролли на черепахах. Нормально. Так. Криты надо прокачать. Мне кажется, с критами будет хорошо. И все-таки итем вот этот, итемы хочу хотя бы на один уже сделать. Блин, Димас, мне кажется, меня релиз пушит жестко. Вон, Димас вам скинул в Twitch. Тактикал кто? Гидры? Гидры, да, это классическая обилка у гидр. Или черепахи. Ну да, черепахи-то у них классическая билка, лол. Вот тут, кстати, меньше вижен у бараков стал, посмотрите. Или мне кажется. Не время для игр. Не хватает золота. Два файла, которые в Дискорде, закинуть нужно в корневую папку с игрой. У нас 5-2, нужно арморчика качнуть, нужно криты качнуть. Исследование завершено. По пятой атака уже неплохо. О, ну вот все в мессину Димас сломал. Что, Адестра, как ты так потерял барак и вылетел, а? По крайней мере, в локальной сети не работает. Так просто запускается с ботами. О, Антошка, здорово. Как тебе мультишотные гидры, а? Это печально. Вот эта штука хорошая. Исследование завершено. Да с кем-то ты уже успел почекать, а? Антонина пожилая.
что там у Фэла? У Фэла я видел, ничего вроде не поменяли слишком. Я, конечно, не видел, не смотрел грейды в башнях, я просто посмотрел пассивки там. О, кстати, про пассивки. Вот это надо качнуть. А, мультишот вернули. Это, кстати, интересный разговор. Нага всегда порабощала мид, если что. Ну ты чё, ты чё? Исследование завершено. Исследование завершено. Сейчас, может, увижу убийство юнитами. Покажу вам итем в юнити. Вот, смотрите. Типа, при убийстве юниты получают итемы. Видите? Исследование завершено. Никитос, ты в Дискорде у Булдыги есть? Я туда кидал. В коренную папку, биткоин, в коренную папку. И тут смотри, типа, вот, при первом убийстве, смотрите, именно армор идет последовательно. Армор, хп, хп, реген, дальше атака, и потом пятый атак спит. Может, еще шестой какой-то арт есть, но я не видел. Достаточно интересно. Нужно еще крит, вот этот качнуть. Золота. Ну, типа, корневая папка, это та, где у вас все мапы варики, типа, не все мапы, а то есть у вас в корневой папке все другие папки, типа, мапы там и всякие файлы другие, типа, вот. У вас папка Warcraft 3 называется, вот именно в нее кидаете. Вот именно в нее, ну, я думаю, понятно, да? Исследование завершено. Ну, не, милишники могут два, наверное, арта собрать, а у дальники там маги. Дальники с критами вообще будут неплохо собирать, мне кажется. Достаточно. Арчерка, на самом деле, интересная. Она написана как дизейблер, типа она не супер дамагер, но она вроде полезна. На минус армор вешает, то есть на отпуш героев может хорошо работать. Минус армор ее. Там спешлов каких-нибудь, может, отбивает. Арис, ну вот, это типа новая старая раса роги. И я так понял, в доработке дреней будут еще какая-то раса. Здоров, Лост. Здоров. Так. Надо уже сделать Т3 главку. 23 минута. Хочу магию, хочу третий, последний яд сделать. Никитос, наверное, у тебя одного, потому что остальные нашли их. Да, Макс, ты бы видел, какая замена у Бладельфа появилась? Просто конфетка. Исследование завершено. Не, никто, просто базовая комната самая, лол.
По-моему, вот этот яд на мерках очень хорош. Прям. Не, Димас, это не пассивка, это грейд в башне. Есть типа грейд на допов, который дает 4 уровень этого грейда в башне. Это базовая, просто базовый грейд в башне. Но он дорого стоит, он 700 на первом уровне стоит, на втором 1000. Даров, какой-то китайский ник из иероглифов. Древо выращено. Ну я не знаю, масло, мне кажется, яд посильнее выглядит. Посмотри, на последнем левеле у тебя 3 юнита дамажут ядом по 24. Типа, на всех юнитов практически. А ты на воздух вроде не работает, да. Вот, смотри, тут какой-то динозавр есть. Рор есть со словом. Есть Thunder Wave классический, как у этого. Ori Kill. Типа шанс убить юнита при киле, что бесполезно. Тут 100% шанс хира килла, но я не верю, что это правда. Во славу людей! Во славу людей. Ну-ка, польем немножечко. А, еще и вниз нужно, блин, 1000. Да, Гаритаса давно не видели, соскучились. Тримагия классический шоквейв, который был в линию 125 урона. Блин, у меня тут вниз не хватает денег немножечко. Но их тут не так много, с другой стороны, снизу. И посмотри, тут еще и 1000 рейнджи на башнях. Неплохо. Но они, походу, не агрятся. Не агрятся, но туго. У Гаритас хорошая аура, кстати, на армор. Приятная очень. А четвертая билка. Блок 20-50 урона. При этом не нормальный блок, как у всех спешлов, а всего лишь 20-50 урона. Такой трешак. Мне кажется, слабый спешл будет. Слабоватый, да, слабоватый. Блин, херово то, что она так далеко, блин, стоит. Можно было, конечно, с пушек дать, но тут, скорее всего, тоже небольшой радиус. Главное, что яд на героев действует. Действует ли он на спешлов? Вряд ли. Но если действует, то это вообще имбища, пацаны. Не армор нужно подкачать, мне 3 армора всего на юнитах. Не видел, я видел замену только мага вот этого вот, я так понял. Больно на самом деле, у них тоже яд. Яд Катли, кстати, особую анимацию сделали, видите, прям видно, в какую степень он дамажит. Блин, мне Гаритас сейчас рели отъедет. Товарищ, не надо бить. Вот, кстати, вон. Шмоточки. Блин, неприятно. Он уехал как дауничи дальше. Но от героя я отобьюсь, это точно. Ой, бля. Поехал. Но это не ко мне спешл, да? Это, походу... Походу, да, к троллю. Блин, это даунич просто дальше уехал. Нормально. Ну, триггеры явно хуёвые. Явно видно хуёвые триггеры пока. И он что-то там сломал, скорее всего. Просто даунич. Ладно. Хотя бы так, 7-5, блин.
Пиздец, 7-5 грейды. Исследование завершено. Исследование завершено. Блин, да шо вы, блин, какой-то новый троллинг, блин, на стриме про индикаторы ХП. Вот все, кому не лень, спрашивают, рили. Ремонт? Слушай, ремонт это за БС ульта на самом деле. Это Приходим очень круто. Пять целей у гидры? Чё-то... А, молния. Чего? Чё так тихо? Чё ты начинаешь-то? Положись на меня. Исследование завершено. А я чё? Я чё сделал что-то? Не знаю, я ничего... Тактика, чё ты начинаешь? Чё ты начинаешь тактику? Всё нормально же. Стас, ну, никто не думал, что я буду сегодня стримить, но... Автор Survival House сказал, нет, вот тебе 3.0 версия, здорово, иди марафонь. Исследование завершено. Надо итем, наверное, подкачать. 1000 голды, блин. Интересно, маги с пылами своими делают итемы? Если да, то они реально хорошо собирать их будут. Погиб герой наших союзников. Исследование завершено. Чё, Макс, думаешь, прям говнище? По-моему, неплохие итемы. Да, дорого, но не супер плохо. Ну дорого, да, но это больше лайтовый бонус, больше лайтовый, да, нужно сначала статы выйти нормальные там, покачаться, а потом в лайте у тебя будет хороший вот такой вот итем на каждого юнита. Кстати, на воздух нету, на воздух, на доп юнитов нету итемов, я смотрел. Ну, Стас, потому что уникальный контент. А, ну да, кстати, все наземные юниты. Изи 153, здорово. Точнее, изи. Надо почекать ящерицу. Не, ну смотри, вот типа, видишь, милишники некоторые тоже собирают по 2 итема. Плюс 2 армора, приятно. Стеночки покачать надо, мне кажется. Слушай, ну гидры реально неплохие. Это еще учитывая, что на них атаку не качали. Нереально хороши. Кстати, как там криты, видно вообще? Что они критуют, блин. Хреново то, что у них никакого хила, конечно, нет против ауешек.
Да, он по 150 критует. Нормально тактика, нормально. Так. Оп. Да, я думаю, гидры будут... Я видел вообще там... У Наг, знаете, что делали? Я как раз-таки Наг зашел посмотреть ради гидр. Там кроме гидр появилась замена Т3 юнитов какая-то. И у них, у Роял Гвардов теперь не спелл защита, а у них каждые 3 секунды блок спелла. Это такая имба, по-моему. Сетка была говном, говорят, не качайте сетку, она и так говно. Все-таки хочу ритмы качнуть. Вот, кстати, хороший грейд на визардов. Что, я не знаю, иммун или просто армор. Гурлаша убрали, масло, как так, господи, я и не заметил, что гурлаша убрали. Рили, а черепаха же такой же мусор. Как теперь знак выиграть? Ну, в принципе, через мультишотный гидр. Да, она, типа, это какой-то мутант. Экспериментировали разбойники, вывели вот мутанта такого. Не знаю, Стас, пока не упаду на пол. Буду марафонить сурф сейчас. Планирую хотя бы до 6 часиков утра. В смысле, Наги равно троллит вообще? Как такое заявление у тебя? Что, ну она бодрая, по крайней мере, бодрая. Ну пока что. По сравнению с ограми там всякими, посмотрим на практике, как она будет себя показывать. Хочу все-таки дать мне итемы. Очень интересно. Не хватает золота. Галу, ну у меня сейчас как бы час ночи. А, вот это? Да, это я знаю. Тролли и ночные эльфы типа были первыми. Чё там? Тактика, не знаю, у тебя что, нет денег совсем? Да, эта штука плюс 200 армора дает на 3 секунды. По-моему, очень хорошая штука для магов. На один как минимум качать стоит. Исследование завершено. Исследование завершено. Ну даже маги на самом деле не супер итемы собирают. Вот один собрал, 3. Какой-то. Кстати, видел миличника с 3 артами. Двенадцатую атаку-то делали, можно и криты теперь делать. Криты плюс атаку. Исследование завершено. Не знаю насчет воды. Мы кухманов пока не тестили, не видели. Не хватает золота. Не, ну по крайней мере эти артефакты выглядят интересно и забавно. На деле они, может быть, будут реально говном, но по крайней мере что-то необычное. Евген, что, они стали лучше? Исследование завершено. Арты на катах? Интересно. У меня кат нету пока что. 10 на 10, посмотрим, что тут будет. Оп, сагрил.
Ну, честно говоря, слабовато выглядит эта ящерица. По крайней мере, я думаю, сильнее черепахи, но под бараком она с ядом ничего не сделает. Вот мне интересно черепаху. На черепаху же должен работать яд, тогда это вообще хорошая пассивка. Типа, у расы, у которой нет яда, добавить яд просто почти на всех юнитов. Ой, там сломали, кстати, нагу, тролли. Нужно больше золота. Так, о. Масло додик. Не знаю, какой-то нехороший додик, человек, масло, возможно, сам масло такое додик, написал. Масло додик. Да, скорее всего, Антонио, пожилой. Исследование завершено. Так, а где черепаха наверх ушла, что ли? Серьезно? Нет, жалко. Жалко, что она наверх не ушла. Ну, смотрите, плюс 4 армора на втором уровне. О, яд работает. Яд на черепаху работает. 2-4 яда. Классно. Классно. Димас, типа, успокойся. Это экспериментальная игра в Суров. Что ты начинаешь-то гореть? Рили, не гори. Фузи 12, здорово. Здорово, приветствую. Пушки. Заряжаем пушки. Потому что у нас катапульты полетели уже. Защита. Нормально. Черепаха, кстати, имеет вероятность просто не дойти нахер, потому что ее ядом затравят. Давайте, ради контента надо выучить ульту, посмотреть, что там. Что там в ульте есть. Кстати, это реально. Пацаны, смотрите, это АУЕ. Это АУЕ-горелка. У троллей стала действительно АУЕ-горелка. Это имба. Оно поджигает землю. Это реально жестко. Это реально в миллион раз жестче стало, чем было. Это пиздец. Это пиздец имба. Тролли просто топ один раз, пацаны, чекайте. Еще с мида идут гости. Ну, мортир, да, нет, потому что, ну, типа, лол, какие мортиры с артефактами. У орков, в смысле, масло. У орков стало масло на землю работать, это же вообще жесть. Тут нужно покачать молодого Гаритоса. Что, я не могу отпушить орка, этого тролля, потому что, ну, это жесть, масло просто убивает все нахер. Типа, у меня яд, но у меня не дамажит столько яд, как это масло, но... Оно безумно много урона наносит, посмотрите. Просто это дичь какая-то. Тролли имба. Что, ну я не знаю, как мне тролли побеждать с этим маслом. Это жесть просто.
смерть сухопутным. Я жду. Эльфы не сдаются. Попробуем так черепов подбить. Тьма зовет меня. Да, хороший саппорт. Два дамаг скилла, да. Ну слушай, тролли рили стали очень жесткие. Это замена этих двух юнитов тоже хорошая у них. Что там выживает? Ну-ка. Сейчас подождем. Посмотрим хоть как выглядит этот спелл. Ну как у гномов. Практически. Убили ее. Давайте вот так покачаем. Во, смотрите, какое АОЕ неплохое на баф. Ну ладно. Я реально не знаю, как тролля выигрывать. Это жесть. Тролли это жесть просто. Нереально сильно. Нужно больше золота. Дай качество стрима 1080 ептай. Ептай. Да, я жду. Думаешь, так просто? Во-первых, у некоторых даже 720 слагают. Я к вашим услугам. Да. Священная роща осквернена. Нет, тролли имба, я не знаю. Просто жесть. Не хватает золота. Тьма зовет меня. Я просто качал герычи. Подкачивал. Булдыга, блин. Я и так невероятно сильно битрейт понизил. Но при этом 1080 я не хочу ставить. Все равно. Некоторые даже так жалуются. Алмар, да, старая. Вон, смотри, чекай, старая версия. Сверху справа название чекай. Карты, старая версия. Типа, старой версии удивляться не надо, надо удивляться новой версии. А, ну, ясно. Не, ну я тут проиграю, типа, тролли слишком сильные. Ящерица мусор полный. У этой новой расы. Точнее, ну новой старой разбойников. Ящерица полный мусор. Ну и тут имба просто. Имба масло. Масло, масло, ты имба. Как тебе против тебя сражаться? Я не знаю даже. Жесть какая-то. Типа тролли реально очень жесткие. Нереально жесткие тролли. Я хз, что с ними делать. Нету даже. Сюда попробую. Так, ну-ка. Ша, это она скилл дала и убила, блин, всех. Жестко, но. Блин, ну эти каты будут просто на похер ломать бараки, потому что они даже рядом просто атакуют. Это такая жесть неприличная. Это или неприличная жесть. Я не знаю, как с ней бороться. Но это слишком сильно. Слишком сильно. Ее просто сожрали. Просто сожрали, девка. Я жду. А это, блин, надо выкупать этого в любом случае. Не, ну тролли слишком сильные стали. Просто тролли неприлично сильны. Горелка в миллион раз сильнее стала, чем была. Ну или разбойники на самом деле слабые, не знаю. Одно из двух, или тролли имба, или разбойники слабые слишком. Типа, другого не дано. Ну тут просто меня нахуй ломают.
тролли, походу, одна из топ раз в новой версии. Потому что да, потому что они и раньше-то были очень хороши, а сейчас, когда их вот так вот апнули, это пиздец. Пиздец, как сильно. А, ульты, кстати, да, давайте посмотрим. Ремонт. 1500 хп, стоит 150. Достаточно дорого. Ну, 1500 хп, это неплохо. Ой. Мы слились. Короче, я даже не буду дальше продолжать, потому что ну, очень много тут говна. Герой, спешл. Можно это написать. Все вроде остальные старые остались. Я не знаю, Монокос не успел посмотреть, потому что тактикал падла. Ну тролли, тролли имба, пацаны. Кто согласен, что тролли имба плюс в чат? Они стали жестче, мне кажется, чем были. Он прям походу над ними поработал хорошо.